Так, ребята, всем привет и... Ой. Ну что, продолжаем онлайн. Стрим сегодня. Так, сейчас там Юрий скоро освободится, не освободится. И пошли, пошли. Ты же здесь? Ну как, поел? Нормально? А где Серега? Че он у нас не убежал? Не знаю. Блин, куда он там пропал, блин, е-мое. Сейчас я в телеге посмотрю. Он не заходил в Дискорд? Нет. Так, Серега, но он в сети. Так, ладно, окей. Сидит, вспоминает, наверное, управление. Я уж сам все подзабыл, блин. Я последний массаж играл, это, ну, Андромеда, блин, е-мое. Ох, как же это давно было. Сейчас представляешь, так сервера я недоступны. Как-то было у меня дело на стриме, короче. О, да, все печально. Так, кто-то мне там звонит. Так, Серега, что ли, сейчас? Так, сейчас, Серега, погоди, 5 сек. Серега? Здорово. Алло. Здорово. Здорово, ты в сети? Так ты заходи в чат. Ну, в этот голосовой, который на канале. Мы там с Юрием. Как? Я сейчас через телефон иду, там что-то нету, там только чат написать. Все. А, ну давай сейчас тогда Юрию. А как его пригласить? Так, добавить друзей в беседу. А, вот. Алло. Так, сейчас, ребята. Юрий, ты тут? Или так? Да, да, что-то Серега не он там с телефона говорит, я не могу выйти, сейчас я. Он мне набрал, как бы говорит, я что-то там не могу зайти. Ну, давай, Серега, бери звонок. Ну, блин, ты серьезно, что ли? Так. Давай, друзья, беседу. Так, Серега, где ты тут, блин, ё-моё. Так, как там надо? Так, а почему-то я его ввожу, а он... А, так, сейчас, Юрий, погоди. Сейчас я тебе это перезвоню. Так. Алло, Серега. Да, а ты что не зашел-то? Куда? А, в общий, что ли? Не-не-не-не-не, я вот создаю беседу, чтобы... Так, погоди, как пригласить Юрия теперь к нам? Так, отключиться, отключить микрофон, закрепленный. Так, врубай друзей в беседу. Вот Юрий у меня есть. Начать беседу. То есть смотри, я сейчас создаю групповой чат, ты подтверди его. Посмотри там, Серега, слышишь? Ну, вроде как нашел. Вот все. Добавляет. Все, сейчас я создам новый групповой чат, ты прям туда залетай. Зашел? Зашел, Серега? Да. Блин, тут как все сделано, как-то непонятно. Юрий, ты тут? Да. А, ну все, тогда окей. А, Серега, ты что, с телефона, что ли? Да. А, понятно. Сейчас я тоже. А, ты тоже с телефона? Я смотрю, вот качество связи прям хорошее. Ну, прям с телефона-то лучше, чем у Сереги идет такой, как у микрофон. Прям вообще пипец. Так. Вспомни, как бы это, что тут работает, е-мое. Наша, я помню, там еще какие-то персонажи, помню, мы качали, было дело.
Я там только еле-еле прокачался. Даже толком-то не играл. Так. Подвижку насчет этого спринтер целого. На-на-на-на-на. Ага. Ну, там есть типа онлайн, там между друг другом и нашей башней, а есть как типа как, ну, что-то сюжетное прохождение, ну как главное задание там один. А есть типа дополнители, ну как карта дается. Я приглас там... в Origin не отправил, ага, так. Там есть задание как за Грим, есть за Чарли, ну вот такие есть. А и каждое задание она отличается. Например, вот за Кобина, там надо типа ликвидировать, либо нейтрализовать. Угу. Если вас заметят, то народ прибавится. Если вы втихомолку наш убьете, либо нейтрализуете, то их меньше. Там на экране-то высвечивается, сколько их там. Если вас заметят, то их больше станет. Угу. Есть за грим, ну там задача поставить рыжучка, чтобы никто не заметил. Если кто-то заметит, вся миссия вся провалена. Ну там чисто стелс. Ну понял. Чарли... А сколько человек можно? Юрий, принимай это приглашение. А кооперативно вот эти задания только вдвоем. Я принял. Ну, что-то как-то пока никто не залетел. А есть еще задание за Чарли. Там уже надо это волны продерживаться. Там 5 волн продержался. Угу. Типа можно либо можно уйти, либо можно это. Ну, как типа это снова продолжить. Там чем дальше, там сложнее, там больше и больше и больше. Угу. А есть это задание, ну, это когда. Ну, как бы с Бриксом, да-да-да. Uh-huh. И, типа, с ним чисто только, чтобы надо, друзья, ты не можешь это выполнить один. А, это, в принципе, как и до Conviction такая. Юрий, в Origin зайди, Shift F1. Серега тоже. Там примите приглашение. Shift F1. Я принял. Ну, что-то не забыл. Подключение к игре. А, да? А у тебя, Серега, что пишет? Не, мне принять, я принимал. Я просто в углу-то. Я принимал. А что, не зашло, что Не зашлись. Так, ну давай по одному прикидь. Так, Юрию сначала отправил приглас. Может так же это. Не опять эта же программа новая. Electronic Arts. Так запустился. У тебя не Origin, что ли, запустился? Нет. Хотя я выходил из него, сейчас опять вошел, он опять это через этот. Давай я сейчас выйду из этого. Давай, ты Origin запусти, может быть, из-за этого. Ну, Юрий, а у тебя же Origin? Угу. Странно, а что за фигня, почему не подключается? Ну, у меня установка связи, подключение к игре. Угу. Так, сейчас попробую. А проверь это, Юрий, знаешь, что Брэд Маузер там может подтвердить, разрешить что-нибудь, там такое не появилось. Бывает так, когда Windows только установишь. Там альтабнись, глянь на рабочем столе. Брэд Маузер там разрешить доступ, такое бывает. Нету. Неужели сервера что-нибудь? Давай. Знаю, тоже. Так, погоди, давай я пересоздам. Так. Списки лидеров, магазин испытания. Создать новую игру. Окей. Команда закрыта. Открыта. Открыта. Неизвестно. Ну, а ты можешь нажать, ну, shift, ну, в друзья и присоединиться, типа, ко мне там. Ну, как-нибудь там такое есть. Так, Shift F1. Список друзей. Так, отправить сообщение, вот, пригласить в игру. Ну-ка, Юрий, давай я тебя через друзей приглас кинул. Ну, то есть прямо Shift F1, список друзей нажми. О, там три точечки, это, ну и приглас. То же самое. Установка связи, подключение к игре. Ну, ты даже нажимаю вступить в игру, у меня все то же самое начинает. Угу. В
Блин, с Масычем никогда проблем не было. Ну давай, Юрий, ты создай. Что-то, ну... Серега, ты здесь? Да, тут. И что у тебя в Origin там? Тоже не цепляется? Так, нет, я вот сейчас, видишь, зашел от Shift и F1 через Origin. Там мне написано в игре «Вступить в игру». Я нажимаю, галочка идет и снова уходит. Тоже сам. Да, посмотри, я, может, тут, либо не тут, я сразу как-то... Не-не-не-не-не, так бы ячейка, так бы, ну, тут же видно будет. Давай, Юрий, создавай. Пробуй. Давай, приглашай тогда нас. Там, главное, группу закрытую сделай, ну, чтобы там к тебе не подключались в открытой сразу. Блин, Electronic Arts, вы че, ё-моё? Создал? Я перезахожу. А, вообще игру перезапустил? Я не мог. Да. У меня из-за того, что подключение идет, там вообще ничего не нажимается. Угу. Так, а что за быстрая игра? А, это типа присоединиться. Причем, может, они сервера отключили все-таки на третью часть? Не, если бы они отключили, то вообще бы не зашлось. Ну, понимаешь, да? То есть как он, просто интернет был бы недоступен. А если, то есть ты один можешь играть, то сервера есть. Магазин, все доступен. Смотри, вот такие О, отлично. Ой, я Виталики скинул случайно. Он такой, не... Ну, тогда я Серегу приглашаю. Я что-то думаю, что это Серега щитит. Серега, ты здесь? Да. А у меня уже нету Юры, друзья-то, Ворич. Как меня найдет? А, у тебя нет? Сейчас я тебя сам приглашу. Андрей скинет. Все, давай, скинул. Так. Ты в игре говоришь. Я уже в игре у тебя присоединился. Все, я принял. Ры, ты в игре говоришь. А, я говорю в игре? Да, вон, видишь, микрофон работает. Когда надо отключить. Сейчас я в настройки звука зайду. Сейчас, погоди, отключу. Так, голосовой режим всегда включено. Так, без голоса. Всегда слышать голосовой чат. Выключить нафиг. Надеюсь, перезапускать не надо будет. О, нормально, да? Угу. Не, все равно есть почему-то. Нет, сейчас нету. Сейчас нету, но почему-то динамик остался. Но это, может, перезайти надо, как бы, но я не буду убирать. То есть, оно, видишь, динамик показываешь. А, погоди, там звук. Режим голоса. У меня ничего не показывает. Без голоса. Всегда включено, нажмите и говорите. Может, вот.
Голосовой чат во время коллективной игры Mass Effect будет подключен. Всегда слышу голосовой чат. Выключено. Так. Серега, ну что ты там? Я сколько раз вхожу, меняют. Не входит. Может, менять надо. Вроде как оригинальная игра, может, там надо, чтобы все закачалось. Ну, типа там, да, дополнение, всякое такое. Ну, обязательно. Ну, а ты ну, она автоматом же дополнение скачивает. А я-то, типа, поставил на эту, на паузу. Такая оригинальная эта игра-то закачалась, а там дополнение, думал, что не надо, может, так чисто сыграть. Не-не-не-не, почему? Там есть онлайновские дополнения, да. Да, может, из-за этого? Ну, докачай их. Ну, ты их отменил, что ли, или что? Там дополнения, сейчас... по-моему, немного, кстати. Сейчас попробую. Ну, сейчас выйду, найду и закачаю. Давай, зайдешь. Так, пока с Юрием попробую. Давай. А мне вот сейчас идут. А вот какие именно это названия, чтобы онлайн... Да, да ты все закачай, как бы, они немного весят. Там для онлайна, там, по-моему, 2 или 3, там, ну, новые карты, но вот эти вот всякие эти темы. Так, а какие у меня там, у меня, по идее, все дополнения есть, Genesis, Возрождение, Mass Effect, набор перестрелок. Ну, это сингл там. Там какие-то, вот, набор перестрелок, я не помню, какие-то там для онлайна есть, там 2 или 3 онлайна. Ну, ты все поставь, они весят там 300 мегабайт. Ну, Айорвер крупный. Вот, например, вот этот Mass Effect 3 Leviathan, он весит гиг 45. Ну, Омега 3 гига весит, да. Ну да, там есть как бы крупные. Я просто не помню, какие онлайновские, Серег. Я тебе так-то не скажу конкретно. Ты закачай все, у тебя как с местом? Так, вроде бы сейчас этот Leviathan закачается. Вот 2 дополнения меня закачало. Вот графика Mass Effect трилогии и этот Mass Effect 3 на земное сопротивление. Закачалось, а сейчас этот Leviathan закачивается. Да, они недолго. У Electronic Arts сервера быстрые в этом плане. У них все хорошо, потому что у них в России сервера. Ну, где хранятся все эти игры и так далее. Да вы тут решили. Ну, ждем, Серега дополнение не поставил для Mass Effect, вот он не попадает. Вы сыграть, ну, хотя бы успеем. Кого? Сыграть-то хотя бы одну успеем. Ну, должно. Играть? Ну, конечно. Хотя почему нет? Ну, то мне уже минут через 23 сыграть там. Так, умение, что тут умение? Ой, я уж забыл, как тут что развернуть. Я уж забыл, как тут что с оружием. Угу. Что помню, тут снайперки какие-то были. Я прокачивал. Угу. Что-то Юлер не расслышал. Да, она у меня первого уровня, как бы смысла нет. Тут у меня вот дробовик 5-го есть, катана, неплохо. Тут же еще от уровня зависит этих. Матыга, Аргус. Да, как-то все грустненько. Ну что, Серега, как, закачиваться? Да. Сколько еще? Вот Левиафан закачался, сейчас опять идет Омега, тоже гиг. Весь. Ну а сколько их там штук вообще? Ну их там много. Ну они... очередь. Не, там самое главное Левиафана, мега большая, остальные там все мелочные, они по 200 метров. Онлайновские, ну, чем? Если омега закачается, 11 еще. Еще 11 дополнений. Да. Ну все, пусть закачивают. Погнали, Юлю, вдвоем пока катку сыграем. Пока у Сереги закачивается. Че сидеть в минуту?
Вспомним, как управление тут, что, как это, блин. У меня там еще даже деньги остались, 80 тысяч откуда-то этих очков. Сколько? 700 тысяч? Нет, просто 700. Ой, ёб, блин, я управление забыл. А. Это графа. Старенькая, да? Так, погоди. А, вот, все, вспомнил. Ага, 2-3. На бронзе ее там. Я не стал серебро. Ой, а что-то громко там. А, тут же можно пригибаться. Ё-моё, чё я туплю-то? А, бегать на пробел, ага. Тоже на шифт на финал, да? Ну. Получается на прыжок и на этот пробел. Юрий, ты что такой маленький? Так, а как применить? А, он сам применяет. Когда давно не заходил в игру. Вообще пипец, я уже забыл, как тут, куда, че, почем. Это у меня такое слабое разрешение, или это реально такая графа? Ну это уже, да, как бы старенькая такая, да. Андромеда, конечно, печально смотрится. Не, ну может быть, не, ну у меня-то в Full HD все по максимуму стоит. Ну, видно, как бы, да. А где все-то? Вот справа. У Mass Effect 3 играть или в Андромеду? Кого? В Андромеду играть, что ли? Не, почему? В третьей Mass Effect. А, одну. Не, какая Андромеда? А, не, не, ты чё? Не, к тому, что время много прошло, графика подустарела. Плюс Юрий там на минималках стопудово, наверное, гоняет. Так у меня не такой комплект. Так он, если на минималке, он уже не Mass Effect играет, а Minecraft. Не, я имею в виду на минималку, что настройки графики. Я говорю, там уже как в Майнкрафте, но он тикает. А, ну если, ну как он. Не, ну да не, в Майнкрафте-то еще офигенная графика, что уж говорить-то. Блин, писец, это же так. Как гранату-то кидать? А, вон два двое там троечки. Блин, я забываю, что здесь надо же пригибаться, тут напрямую-то нельзя. Тебя тупо тупо разберут. Вот это было бы заебись, если бы сыграть, если вся панк, если снимут. Ну, будет доступная игра, то вот это вот. Бэтмен, так это Arkham Knight. Ну, не Arkham Knight. Как там подобие этого? Ага. Рыцари Arkham'а. Ну, то, что там это кооперативное прохождение всей игры, нахуй. Для 4 человек. Серега, так а в Splinter Cell там сколько человек-то можно играть? Вдвоем, вчетвером, как там? Оперативно, вдвоем. Ну или если против ботов, а если онлайн, то там уже больше. Нет. Там 4. Может... А. Куда ты побежал? А чё красные бочки не взрывают? А они не все же взрывающиеся. Знаешь, почему, Вера, у тебя уровень недостаточный, чтобы красные бочки взрывать. Надо подкачаться.
Я думал, я взорву рядом с Андрюшкой. А, конечно. Ой-ой, это что такое я достал? Тут, по крайней мере, в отличие от Андромеды, нет вот этих вот долбанных собачек, или как там эти бегающих, которые одна за одной бесили, блин. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Что я сделал? И вернись назад, так время быстрее идет. Я прыгнул случайно. Блин, забыл, как эту расу на завода, как который ты играешь. Не, не волосы, как-то по-другому. Как эта раса называется? Юрий. Не знаю. Ну, на которую ты играешь? Я откуда знаю? Ты что, за букву выбирал? Спрашиваю. Мать. У меня который бупер сдует. Мне нравится, я колобок маленький. Не, ну как раз он называется. Супер выстрел. Как Серег закачался? У меня в очереди одно дополнение осталось. Одно, да? Сейчас какой-то extended cut. Да, 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 вот этого. Гифлис. Ой-ой-ой, твою за ногу. И там вообще толпа. Блин, такой колобок крутится вообще, блин. Гава прямо через щит пробил вот это, да? Кто здесь вон? Все, потом, Серега, перезагрузить не забудь Origin, когда все обновишь. Ладно, а чё? Ну мало ли, я тут опять чё. Ну надо мили здесь, блин. Ну как я давно уже в Mass Effect не играл, это вообще пипец. Надо перепройти, да? Да не, надо этот, который легендарное издание. А там, по-моему, онлайна нету. Его выпилили. О, вроде как Uncharted, ну 4 онлайн. Тоже есть наподобие это. PvE. Тоже там волны пробудится надо. Теперь там анчантер для PvE онлайн есть? Да. И что там делать? Выходил еще. Волны. Вот, а волны пришло сколько-то, и там потом идет типа босса, надо убить какого-то. Угу. А тоже вроде ачивка есть по коллективной игре-то. Пойти сколько-то игр-то, ну на золото, все эти уровни. Угу. Там засели, наверное. Я одно не понял, а вот DualSense 5, там микрофон уже встроенный, никакой не нужна гарнитура, чтобы говорить что. Ну это я не знаю, что в этом я момента не разбирался. Тот... Ну у тебя же наушники, Серега, есть от этого любой, там же есть 3.5 у него мини-джек. Вот. Сейчас.
По-моему, должен быть. Там какой... Маленький какой-то, блядь. Да-да-да, 3-5. Ну, джековский. Да, вот. Мне кажется, прикол, что ура даже такой маленький. Я так пилую. Вот, тебе любой нужен, у тебя, ну, с этого какого. А, да, есть такой. Ну все, вот, ты его вставляешь. Я как делал, когда с PlayStation напрямую стримил? Юрий, ты что, лег что ли? О! Все, я лег. Мне последняя DLC, она нихуя 3 гига весь цитадель. Может и не надо цитадель? Вот, да, пусть скачается, все скачивай сразу. Ну, это последние три. У меня этих нету, блин. А, ты встал? Да. Блин, мне надо было купить. Я-то не покупал там же эти коробки. Я тоже ничего не покупал. Ну, они у тебя были просто, у меня, видишь, у меня не было. А ты какую сложность поставил вообще? Бронзу, самую минимальную. Ну, да. Что, нас просто тупо вынесли. Ко мне сзади этот шокер подошел и все. Угу. А, он тебя пнет. Смотри, ты колобка взял, ты что? Типа я маленький, никто меня не ударит, что ли? Так, а это как-то называется, я даже не помню. Будем играть колобками. Даже, походу, приседать не может, ему не зачем. Так. Как ты больше меня очков-то набрал? А, вот, снаряжение, ага. Каких очков? А, Вадик, да я не знаю. О, у меня тут всего есть. Волос защитник называется. Угу. Биотическими умениями. Так, это понятно. Где восстановление-то мои? Я тоже попробовал вот Tekken. У меня тоже есть на PlayStation. Потом нахуй удалил его. А вот на компьютере мне все эти персонажи приобретены, а вот на PlayStation нет. А там у меня именно DLC персонаж, который, ну, видел же, за Джули играют. А ее нету, а с другой персонажа там пиздец надо его изучать. Тех надо, лучше я на компьютере буду играть. Там же пиздец заморочек надо, чтобы один персонаж научиться. А у них более 100 ударов. Ну я тут посмотрел, кстати, Tekken вот этот седьмой. Ну что-то там совсем простенький какой-то это. Комбинации-то комбинациями, но он как-то смотрится простенько совсем. Вроде все удары такие, как и со всех старых были. Ничего не поменялось. Не, я к тому, что он по сравнению с этим, как он там, Soul Blade или на мечах, где драка. Ну там как графин. Да, там графин. Да, да, да. Я не помню какой, но там как-то графин поинтереснее. Ну там уже как в МК-11, все такое труба. А в Tekken как-то там все простенько так. Как в Street Fighter, короче. Ну такой простенький совсем. На вот этот Soul Calibur то вообще почти что никто не играет. Вообще онлайн пустой. Ну что, Юрий, затарился? И в Tekken-то дофига играют. А в Tekken-то больше заходят. Mortal Kombat играют, Street Fighter, а вот те игры... Ну, сейчас какие-то, блядь, анимешные игры вышли, блядь, сейчас в них верится. Ты имеешь в виду про драки? Ну да. Какие-то там... Какой-то Guild Gears, какой-то наподобие такого. Ну там, типа, все видно нарисовано, как мультяжно. Ну, как, типа, аниме нарисовано. Ну-ну-ну. Вот такие драчки играют. Да, ну, может, народу просто надоело уже, как бы, со временем. Или как его фиг узнал. Там стоит. Эрка там уже тоже онлайн, наверное, уже нету, но вот в Бэтмене, вот в Ориджине третьем тоже было онлайн. Кто-то играл за Бэтмена, кто-то... Несколько людей играли, типа, ну, за...
И вот Бэтмен, я, конечно, в онлайн-то не, ну, этот, не заходил, не смотрел. Ну что-то понял, что кто-то играет за Бэтмена, типа дома всех завалить, а кто-то из, ну, за этими. А главное, у этих злодеев, блин, автоматы, блин, грузбайчик. А Бэтмен, ну, так же может, ну, стены, ну, типа, цепляться. Угу. Всякие там лететь на горгули. Я так думаю, а если люди там согласовали, вместе толпой ходят, попробовали, пускай кто ебаш. Как? Ну, а вот Splinter Cell там вообще есть, то нет? Блять, давно не играл, но так можно с друзьями играть. А не, я не... Да, да, вообще кто-нибудь играет, нет? Ну, кто-нибудь есть? Ну, сейчас, наверное, никто. Мне кажется, может, кто-то и будет играть, блядь. Просто когда я играл, там, ну, так средне находилось, что бывало, не находилось. Вот так, это и то, когда, блядь, 3 года назад. Угу. Не, ну вот в Резник Ревелейшн, вот это вот, игре 10 лет. Ну, нифига, я, это, ну, нашел одного человечка там прокачанного. Максимального уровня. Он же мне помог этот корабль призрак пройти. Да, Юрий, побежали. Я же фанат. Ну да, как бы. Не, ну я к тому, что игра-то уже типа относительно-то старенькая. Это же тоже я с режимом 5-й часть. Либо в 6-й это... тоже. Ну, как это так называется? А, наемник. Угу. Типа, то там же толпа набегает, не башит за время, там, или чем дольше. Ну, типа, быстрее убиваешь там дополнительные секунды, и потом в итоге очки сколько там заработали. А когда играл в пиратку, да, уже пятый, там наемники, ну, там есть тоже уровни разные. А там уж все запомнил, как, где, что надо, или где это, часы набрать, чтобы дополнительное время. Там никто не знает. Ну да, но только там эти уровни надо открыть. Видишь, там уровни закрыты. Там как постепенно проходишь. Ну как в Need for Speed, так же. Да. Ай-я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 й. У меня патроны закончились. Они тут бесконечно? Время. Не бесконечно. Так вроде бить еще можно. Давай, Юрий, погнали. Надо как-то пробиться вот нам сюда. Да. Пробили, бля. Пробился. Ага. Пробился, бля. А как восстановиться на какую кладу? А, сейчас меня отпнут. Поздно. Все, ты один остался. Не один из патронов. Блять, надо было через низ идти, наверное, да? Зря через дверь пошли. Ну что-то жестко как-то. Это бронза. А там еще есть золото, да, ведь, по-моему? Да. По-моему, еще что-то. Юра, может, ты не перепутал, может, это не бронза, а платина. Не, ее кусают как-то, прям кусают что-то, ну... А кто? Может, действительно, Юрий, ты перепутал? Потому что я как бы без проблем один тащил. Бронза. Может, конечно, вдвоем потяжелее. Все, он тебя скушал. 3 волны всего, ну это пипец. Проверь там настройка, мне кажется, что-то как-то дичь какая-то. Патроны аж закончились. Так, если что, перезапустил? Ну да. Бронза. Сейчас отправлю. Так, список друзей. Все, принимайся. Все, принял. И что? Ну сейчас пойдем. Нагрузка идет. И нету. У меня бесконечная загрузка шла.
Там у тебя должно загрузка, потом еще раз загрузка, и он, вы подсоединились к сети. А, выбрать персонажа надо там дадут. А, у меня вот персонаж появился, сейчас выбираю его. А, надо было выбрать персонажа. Ну да. И только тогда я... ты... А я не выбирал, думал. Я думал, что просто зашло, знаешь, надо выбрать персонажа. А, вот. Я не пошел к вам. Хотя бы, я уже бы мог бы раньше к вам прийти. Ну все, давай, ставь там оружие, там туда-сюда. Так, блин, а кредитов-то за смерть вообще не дают. Вот автомат. Ну да, бронза стоит. Блин, странно. Что-то как-то... Может, они специально сложность как-то умощнили? Не, ну жрать как-то прям тяжело. Да, что я автомат-то не могу. Почему не могу я там? Я напомню, мы с тобой платину проходили. Не, мы на золоте, по-моему, прошли как бы, а платину мы не смогли. Платину проходили. Да? Ну, с Дебра когда бегал. Так, у меня пистолет, снайпер. Вон, как раз Серегу сегодня прокачаешь. Вот, Юра, ты как раз мне подойдешь. Ты должен рядом со мной стоять. Ты будешь подставку, чтобы я снайпер на тебя ставил, чтобы мне было легче целиться. Я. Да ебаный ворот, смартик, дебильный. Раз выстрелил, все. Как я с пистолета больше 100 перед. Она мощная, сверху. Если что, F это бить. Если вы не забыли. Здесь патроны кого? F, буква это бить. Это я помню, да. А, ну да, семерочка восстановления, у меня ноль. Пятерка, там какой-то супер выстрел, тоже ноль. Есть шестерка. Это, по-моему, лечение. У меня все есть. Ну, нифига ты снайпер, блин. У меня 400, это авто на деньги. А, получил. Я вот снайпер, я вроде недавно играл в какую-то игру, я не помню, какую игру играл. А, вот я в рейдж играл, вот это, на максимальный. Там какой-то снайпер попадает. Он мой был. Не жадничай. Ты ёбаный урод. Я думал, я буду подходить ударом, вот. Опа, что там, что-то. Вот так всех убить. А что ты меня затормозил? А, нет, все. Мне кажется, у меня сенса что ли большая, надо поменьше сделать. На двойку. Че, не могу там нечь, что ли? А? Навыки, что ли, которые? Ну, типа переместить. Не-не, они не меняются. Да? Ладно. Ну, а что за это диск? Это птичка. Опа. Так, там есть мастеров, принесли на один. А что, а что не... Блин, как оружие поменять? А, на мышку. Я за... Опа, не ваше. Опа. Серега, ты куда там убежал? Не разбегаемся. Я не убегал никуда, я тут и оставался. И как его поднять? Отлично. Опа. Вот достали. Да, надо свинцу поменьше сделать, что-то прям вообще жесть какая-то. Я так не могу быстро. Га, вас тут.
Надо сыграть меня. Нет, пушили так тихо. Давно. Долго убивает. Вот они все здесь, в комнате. Так, почувствовал. Я невидимку пройти. Угу. Инвиз у тебя. Присел уже прям. Так, у меня а шестерка, это что у меня такое? А, ты читы у меня пробовал. Да, жив мне хватит. Ты на шестерке не нажимай, это здесь нет. А, там чисто? Нет, там не общая матрасика. Задрал бегать, блядь. Там 5, 6, 7, 8, это получается то, что ты из контейнеров выбиваешь. А, ну да, 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 да. 1, 2, 3, 4 это то, что у тебя по скиллам. Дайте друг другу. Вот, не бать, бегу. Давай. Так, я забыл, как оружие заменить. Опа. Они так, там все внизу нет. Под лестницей тусуются. Меня спасло, наверное, скром. Так, ну как? А, можно, подожди. Ери маленький такой, блядь. А, все под лестницу подошли. Вот в Mass Effect гранаты мне нравятся, как и в Думе. То они прилипают врагам. Это липкие гранаты. А вот в этом квеке попробуй гранату выпустить. Она там где и в Half-Life, она там 10 раз перекрутится. 10 раз перекрутится вокруг тебя. Я так пробовал вырезать кому-нибудь. Вот так не было. Пожалуй, на подобие же такой игры же играли онлайн. Вирс онлайн. А я почему не могу ничего сделать? А? Я не понял. Серега, ты там снова прилег, что ли? Да. А ты всё группу? А, тебя убили, я не успел остановить. Да я не понял, ну. Я вообще не мог не прыгнуть, ничего не сделать, блядь. Я стоял там куплен, что тут было. Так они тебя с двух сторон, потому что зажали. Да нет, я вообще двигаться не мог, не вернуться ни туда.
Твоя помощь. А пофиг, не прицелиться, не стреляться, я просто стоял вообще. Йо! Их что-то слишком много. А гранаты им туда нахуй кидай, да. А есть гранаты? Ну у меня как у солдата есть. У меня только одна граната была. Не, у меня есть, у меня по две штуки дают. Ты сейчас сниму. Да-да-да, я вижу. Давай, Юра, ты шли, ты в Fortnite играл. И есть опыт. Это полная. Ага. Тихо. Автомат и снайпер, так. Ну два, что можно с собой таскать? Не, что-то пистолет, снайперка. У тебя почему автомат? Все равно вставай. Вот, вообще ничего не идет, прикинь, я вот стоит, меня не двигается, почему так? Слушай, у тебя мышка чем подключилась? Не, мышка-то идет, а вот я двигаться-то не имею, не могу. Вот поэтому мне ебали. Боюсь, я убираю. Вот это я не знаю, что получилось. Ну эскейп нажми там что-нибудь, сейчас граната тебя грохнет. Смотри, теперь эскейп не нажимается. Может, клавиатура что-то подключилась? Да. Может, мне клавиатура, да, может. Ну, переткни по-быстренькому. Ёпта, на. Она, наверное, на батарейке. А, у тебя на батарейках она? Да. А, ну. Вот результат батареечных клавиатур. Как и геймпадов. Все быстро сойти. Так что я не виноват, что мне уебали батарейки. Ну а ты по проводу ее можешь подключить? Да, нет, чисто на это. А провода там в нем не было. Ну а аккумулятор у тебя есть? Так я говорю, мне это поставить. А, ну так вставляй. Я и кучу сюда и бегу. Нафиг не, я в эти. Ну мышки точно беспроводные. Мне бы помощь помешала, меня обходят с тех сторон. Да где нету никого. Вот только что были. Вон говорит, что нет. Закончились! Фиолетов этот. Короче, мне надо сенсу поменять, я с такой быстро сенсой не могу, прям вообще. Оно с одной стороны хорошо, но с другой стороны не, я помедленнее. Блин. Хотя бегать, блин. Разбегался. Там еще будет. Я не помню, 11 вроде бы. Я не помню сам, точно. Вот, я даже не помню, как посмотреть-то волны. Девятая. Их 10 вроде, нет? Еще 2. А.
Нет, 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 только не ты. Там колобок упал. Беги. Что? А. А? Дайте ему гранату нафиг. Все, я бегу. Каратель. Берите патроны, там не патроны, сейчас. Давайте заходим. А кстати, там тоже видишь, я с ним прицелились. Можно пойти выше на приехал. Как сказать, отпустили. Я к вам в гости. А, тебя надо защищать, что ли? Да, вот сюда эти штуки принести. Быстрый, а? Бегаю как-то, да, жестко. О! О, это я зря. Ой, он меня сейчас ударит. Сейчас серьезно. Серега, скажи, что ты жив. Меня убили. Прямо на этой штуке. Ну не забывайте, вам надо эту штуку я забрать. Я даже не понял, а как он меня заметил? Я же режим маскировки сделал. Не, ну ты сделал режим маскировки, но ты был прям под ним. Это-то не забывай. Не, я сделал маскировку и это и побежал. Ну, типа что. И он меня попал именно в меня в цель. Как он ваш не убил? Ой, только не. Все, я бежу к ней. Меня уже не спасти, тебя тира толпу придется бежать. Вся надежда на тебя, Юр. И эту штуку надо принести. Да я понял. Нет, там... нет, брат. Вон они, надо. Они назад. Там, короче, турель сейчас поставят. Все поставил. ГГ. Так, короче, надо коробки покупать. Я тогда побежал. Удачно вам поиграть. Че, все что ли? А, давай, пока удачи. Давай. Давай, Юрий, спасибо за игру. Так, когда там следующий, на следующих выходных сможем там зарубиться? Или что, как у тебя там будет? Ты давай там игрушки на работе не ломай. Я? Ну а кто? Так.
Серега, что, может, тогда попробуем? Давай, только мне надо оружие поменять. Не-не-не-не-не, я не про Масыча, а про что ты там предлагал-то. А Splinter Cell? Да-да-да, только мне надо его найти, где он у меня, вот вся проблема. Сейчас я гляну в Steam или где он, я же не помню. Он у меня, ну там, плевать, там тоже так же, как в этом же, не for Speed же. Через плейпы, ну надо будет зайти. Ну это понятно, не, я просто, где у меня сама игра куплена, я не помню. Так. Либо в Steam. Сейчас глянем, не факт. Не факт, так. А, тоже вроде немного висит. Так, а, ну да, именно она у меня. Так, Splinter Cell. Chaos Theory здесь у меня... Double Agent. Ну, это старый, который, да? И Blacklist. Только вот какой вот у меня. Ну, опять, чтобы там было Deluxe, не Deluxe. Так, сейчас я. Сейчас, ребят, секунду. Ubisoft, да, Uplay у нас же. Это все те... Блин, у меня Uplay уже не обновлялся. Ёпарас это. Надеюсь, ну у меня-то это недолго. Не о, обновился, что так быстро. Блин, Uplay обновляется, конечно, вообще замечательно. Просто раз-раз и готово. Там будет все вначале надо пройти обучение, но это обучение можно, ну это, пропустить там в игре будет, типа, либо хотите пропустить, либо нет. Но лучше пока это пройти, но там не так уж долго надо прийти. А, то есть там еще и обучение какое-то есть. Ну там вначале как по сюжетке-то играет. Даже все онлайн начинается только тогда, когда вы это, ну, типа, он начинает на базу, ну, самолет приходит на свою базу, им дают это. Там тебе скажут, вот тебе компьютер. И на, заходишь в это, планшет, компьютер, стол. Там уже типа как карты и задания. А, вот, у меня есть Splinter Cell Conviction в Uplay. Ага. А Blacklist, кстати, я в Uplay не вижу. Вот Assassin. Assassin. Ну, у меня почему-то три части Assassin's Creed Unity, три части Assassin's Creed Black Flag, две части Синдиката, одна, главное, на английском языке, другая на русском. Assassin's Creed 3, три части. Assassin's Creed Remastered, ну, это понятно. Odyssey Origin. The Crew, Prince Persia, Starlink. Да, у меня в Steam. А... Так, ну окей. В Steam, значит, устанавливаем через Steam. То есть там кампанию надо проходить, что ли? Ну как там, вначале начинаешь новую игру, и ты так начинаешь кампанию. Угу. Там типа... Да, там потом, когда играешь долго, там можешь... Учить, ну, эскейп, типа, пропустить это, ну, обучение. Я понял, а потом заново-то можно будет начать? Ну, если только сам захотел заново, там, да, может, там... Ну, к тому, а что я ее по сюжету потом захочу и пройти, то есть там будет... Не, ну, понятно, это-то, как сказать-то, обучение, там не так уж долго ее проходить. Да, ну ладно, пофигу, так, сейчас... Сколько она висит? Сейчас скажу. 20 гигабайт на 1941. А, ну вот они все дополнительные контенты у меня. А почему у меня ее нету в этом? Там наверх сразу ставит тебе зайти в этот Uplay аккаунт. Ну да, но у меня и в Uplay. Вот я пытаюсь найти ключик. Ха, сейчас... Так что можно, знаете, пока даже попробовать миссии с этим, с Бриксом. Ну, с, типа, кто-то... Ну, там кто-то играет за белого, за Сэма Фишера, а кто-то играет за этого.
Угу. Ну, 7 минут устанавливаться будет. А, не так уж долго. Да, нет, у меня быстро, у меня же 50 мегабит в секунду фигачит сеть. Так. Ну, наверное, надо менять тариф, потому что у меня тупо, я уже устал за это платить. Для меня лучше, чтобы это, задание Брикса выполнить. Я говорю, что... Не, ну давай поиграем. Нет, там, как бы мне не принципиально, во что поиграем. Ну, будет задание. Если не надо кампанию проходить, было только как бы круто. Так, я не могу понять, а где ключ-то в Стиме посмотреть, чтобы мне его активировать? Это я не знаю. Так. Библиотека. Вот, кстати, эта игра всем понравилась. Про какого-то катаржу. Сейчас я БС скрою, а то мало ли тут ключик вылезет у меня. Так, свойства. Ну, так и знал, что вылезет на первом экране. Так. Overlay. Обновление, локальные файлы. Язык, бета-версия, контроллер, доп-контент. Контроллер. А, вот доп-контент. Так, Blacklist Homeland, Deluxe Edition DLC, Blacklist Hypa. Ну, короче, полная версия. А вот где ключ? Ну, у тебя стимовская версия? Нет, у меня Ubisoft. Так, у тебя Ubisoft, да? А как ключик посмотреть? Так, добавить управление. А, во, ключи активации. Во. А, короче, ладно, давай установиться. Попробуем, а то там что-то это... Там всего почему-то два ключа. И почему-то оба ключа на... На DLC только. Homeland и High Power. А на саму игру нет ключа. Так, ладно. Да, Homeland Pack, DLC и... High Power Pack, DLC. А там, как Deluxe Edition, почему-то нету ключа. Странно, почему? Вот фига себе, я ее покупал 31 декабря 2014 года. Офигеть. Представляешь, да? Там, конечно, на ПК, но это включи. На среднем, там, видишь, тоже можно выбирать там, на уровне, на ветеране, это. Не-не-не, это разберемся. Главное сейчас это, чтобы запустилось. Так. Все, 4 минуты. Просто мне интересно, почему я не могу это. Ну, понял, да? То есть. А, активировать. Да. Сейчас посмотрю, что пишет. Про этот, ну, говорил, что ключица продают Steam Byte. А, ну, а что, посмотри комментарии, что пишут. Да дорого, дорого, Серега, что смеяться? Ну, ты же понимаешь, что покупать надо диски. Смысла покупать? Нет, понимаешь, то, что дорого. А нет. Смотрю, все хотят купить его, блядь. Ну да, но как бы мало ли что хотят, как бы, понимаешь, что сейчас такая у нас сложная ситуация, во-первых, это раз, да? Ты осознаешь, да, то, что в любой момент могут все прикрыть нахер? По крайней мере, приставки позволяют с диска игру запустить. То есть фикси... Ну? Знаешь, что сейчас... О, мне интересно, вот видишь, дорого, а он стоил 4000 ключ. Ну, стоят они вообще по 7000 в магазинах, поэтому что уж говорить. Я видел, 4000 ключ с Человек-паук, и то за предзаказ. Такие, да. Нет, наличие, все распродали. Не, пусть бьют, не, ну пусть бьют. Ну понимаешь, распродают-то тоже перекупы, не забывай. То есть они покупают игру, потом эту игру начинают перепродавать много раз. Там как-то с аккаунта, там, ну как-то с одного аккаунта, там чуть ли не 100 аккаунтов могут как. Ну как-то продают, да, аккаунт. Они как это продают, ключ к Тиму. Я же покупал у них это. Не-не-не-не-не-не-не, ты не понял. Сейчас на Авито зайди, там продают типа цифровая копия. То есть люди как-то заходят к тебе на PlayStation и активируют у тебя игру. То есть ты можешь ее играть. Нет, я говорю про ПК-версию. А, про ПК-версию.
Ну то, что позже, я говорю, что потом продают пока версию. Ключи продавали, и то предзаказ. 4000 стоил. Ну. Смотри, нет в наличии. Все раскупили, пиздец. А, ну в этом может быть. Так а смысл. Не, все, не, нахер, все, в жопу. Не, то, что у меня-то смысла нет, я сейчас PlayStation 5, я могу в нее играть в любое время. Ну это понятно, это да, но. Ты мне говорил, там что-то купить хотел. Вот, по-моему, это, да? За 4000 рублей брать цифровую копию, ну вообще смысла нет. Ты понимаешь, что это деньги просто сможет в любой... Ну, ты видишь, да, что происходит? Просто раз отрубят от интернета, ну, вот уберут нахер. А ты понимаешь, что, да, уже убрать могут без проблем. Еще пока месть, так, нам только покупать запретили. А и захотят, вообще нахер отрубят от нас, от общей сети. И понимаешь, ты считаете, то есть 4000 отдал в никуда. А так у тебя диск останется. Понимаешь, даже если... Что-то ты там даже Соньку форматнешь, ну или что-нибудь, да, про, так, к примеру. Ты с диска в любом случае сможешь поиграть. Ну, без патчи, к примеру, да? Вот я к чему. То есть, именно если играть, то покупать только вот эту подписку, которая новая. PlayStation Plus Extra, или как она там называется? Которая добавляет тебе там 450 игр в коллекцию сразу. Ну, понятно, что там одно старье у тебя, которое ты уже на 10-100 раз уже купил, да? Вот, но покупать только диски. Также сейчас на компьютер. Я не вижу смысла что-то либо покупать. Зачем? Просто зачем что-то сейчас вообще, ну, игры покупать по 4, по 5 тысяч? Какой прикол? Чтобы поиграть в новинки? Так у нас 1000 игр. Вот у меня на данный момент, если зайти в GOG, ты сам можешь зайти и посмотреть, у меня 1200 игр. Из них сыграно 53 штуки. Ну куда? Это мне хватит до пенсии, еще и моим, дай бог, моим детям достанется, понимаешь? Вот. Да. Вот, то есть есть смысл, например, вот я хочу в Mass Effect поиграть, легендарное издание, я не буду его покупать, я куплю я подписку. Пройду, и, ну и спасибо, как говорится. То есть я заплатил за услугу, как такси, понимаешь? Там, я не знаю, ну как любая услуга, то есть ты предоставил, заплатил за услугу, воспользовался, все, всего доброго, как говорится. Вот я о чем. Поэтому, ну, диск купить можно. По крайней мере, диск ты всегда можешь выставить на Авито, поменять, обменять. Ну, понял, короче, о чем я. Поэтому покупать цифровые версии, то есть, когда они стоили там, ну, 200, 300, 400, 500, ну, косарище, ну, бог с ним. Ну, отдавать 4-5 тысяч за цифровую версию игры, то есть, ну, это бредовое занятие. Так проще подписку купить. Вот почему Xbox подписку больше все хвалят. За то, что там новинки доступны. Ну, а новинок этих тупо нет. То есть, прикол. Понял, да? Да. Ну вот. Вот я о чем. Поэтому цифровые даже не вздумай деньги тратить. Диск хоть за 10 купи, я ничего слова не скажу. Ну, купил, окей. Но отдавать за цифровую версию дороже 2000 рублей, ну, это сверхмаразм. И там вон, Diablo Immortal, там по 1000 долларов тратят люди, как бы. Ну, а там в онлайн-играх деньги тратить, как бы, ну ладно, окей, тоже, в принципе, услуга, можно понять, то есть ты тратишь, как бы, для своей гильдии, там, и прочее, про всякой хрени, это, как бы, ладно, окей. Но покупать игру за 5000 рублей, как ты говоришь, за 4 ключ вот этот, на том же, неважно, Steam Pay или еще где-то, это смысла нет. Которую, в принципе, ты потом скачать не сможешь. Зачем? Когда есть возможность купить диск. Все. Даже пусть этот диск будет, ну, то есть если готов купить за 4000, диск стоит 5, так лучше за 5 купить диск. Ну понимаешь, о чем я имею в виду. То есть переплатить этот косарь и купить диск, как бы, все. Диск останется с тобой, но только бережно, чтобы его не рвать, не царапать, как бы и так далее. Ну и все. Короче, как бы такая тема. Так, Серега, все, я через пару минут подойду. И погнали. Ладно. Все, давай, запускай там пока. Сейчас я вернусь.